Уважаемые друзья, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить вас с новинками сортов и гибридов томата для защищенного грунта, который предлагает агрофирма «Элита» на сезон 2022 год. И одним из таких сортов является «Балтийский берег». Этот сорт можно выращивать как в условиях открытого грунта, так и защищенного грунта в средней полосе России. Сорт этот детерминантный, относится к группе раннеспелых. Плоды уже начинают созревать в среднем 105-110 суток, в зависимости от агротехники выращивания, условий окружающей среды, приросте, который формируется при росте и развитии растений. В условиях защищенного грунта за счет бокового побега делать полудетерминантную форму и в этом случае достигать высоты около 150-160 сантиметров. А так в открытом грунте растение выращивается без формирования, без посынкования и достигает высоты около 60 сантиметров. Плоды у данного сорта в фазе технической спелости они зеленые, без пятен. В фазе биологической спелости они красные, глянцевые, сливовидные плоды. Сорт отличается прекрасным завязыванием плодов, даже в таких неблагоприятных условиях, которые формировались в этом году в условиях защищенного грунта. Кисти на растения встречаются и простые, ну, довольно компактный, в то же время и промежуточного типа. И мы видим, на растении формируется 8, 10, 12, иногда до 16 стандартных одинакового размера плодов. Растение можно формировать, если выращиваем в защищенном грунте, и в 2 стебля, и 1 стебель. Повторюсь, в открытом грунте, естественно, не требуется формирование растений и посынкование. В связи с тем, что сорт детерминантный, и они заканчивают свой рост цветочной кистью, это относится также и к боковым побегам. Они также растут до половины роста главного стебля и потом также заканчивают свой рост цветочной кистью. Поэтому растения получаются очень компактные даже в условиях защищенного грунта. Сорт «Балтийский берег» раннеспелый детерминантный. На растении формирует очень большое количество плодов. Первая кисть формируется над 5-6 листом. Дальше через лист или кисти располагаются подряд. На кисти формируются равномерные одинаковые плоды. Прикрепление плода с сочленением, они довольно плотные. Естественно, прекрасно подходит для цельноплодного консервирования. Ну вот видим, сбор можно провести даже вот практически кистями. Вот так кисти созревают очень красивые, равномерные, сливовидные плоды. Плоды насыщенно красные, довольно плотные. Естественно, прекрасно подходят для цельноплодного консервирования. Использование в свежем виде для приготовления различных салатов, сэндвичей, бутербродов. Место прикрепления там это очень маленькое. Естественно, это вот как раз свидетельствует о том, что у этих плодов практически нету отходов при кулинарном использовании. Плоды 3-4-камерные, очень мясистые, видим, плотные и в то же время довольно сочные. Детерминантный раннеспелый сорт «Балтийский берег» для выращивания как в условиях открытого грунта, так и в необогреваемых пленочных теплицах средней полосы России, и всегда вы будете под таким прекрасным урожаем.